В каком сейчас состоянии Губарев? Да, ну и последняя информация, которую мы получили сегодня утром, за эту ночь несколько раз открывал глаза, то есть он приходил в сознание. Для того, чтобы понять, сам может дышать или нет, отключали на некоторое время искусственную вентиляцию. Да, он может сам дышать. Есть локальные отеки головного мозга, но это не смертельно и не критично. Ну, теперь ждем более хороших новостей, пока мы ждем прогноза, когда он сможет все-таки прийти в себя полностью, и, соответственно, можно отключить будет вентиляцию легких и уменьшить дозу медикаментозного лечения. То есть он сейчас постоянно на уколах, на обезболивающих, на успокаивающих. А где он находится сейчас? В городе Ростов, частная клиника. А, в частной клинике, да? Понятно. Скажите, пожалуйста, вот вы же за рулем были, да? Да. Вот просто один непроясненный момент. Вот вы ехали из Ростова в Донецк, да? С КПП «Мариновка». Вот, а вот там на перекрестке вы зачем свернули к Дмитровке? Да, я вчера это объяснял, то есть машина, которая нас подрезала, я точно понимал, что они целенаправленно это делают, я пытался уйти от опасности. Это как в любом случае, то есть если вас подрезают слева, вы, соответственно, уходите направо, дабы избежать столкновения. Она вас потом и там, на этой дороге? Да, я думаю, что вот таким образом, то есть я сверну направо, и, соответственно, машина поедет дальше, а мы поедем в этом направлении, подождем немного и вернемся на свою дорогу, по которой мы, собственно говоря, ехали. Но так, к сожалению, не случилось. То есть первоначально моя мысль была, что это что-то случайность, да, знаете, когда вас обгоняют на большой скорости, вы думаете, выступлю дорогу, и все будет нормально. Но, к сожалению, я ошибся в своих предположениях. Говорят, это был черный Audi Q7, правильно? На котором мы двигались? Нет, который вас подрезал. Нет, черный Audi Q7 – это автомобиль, на котором мы двигались. А, вы двигались. Да, черный Audi Q7, который, насколько я знаю, до сих пор еще не найден, то есть место происшествия у нас сейчас.